Праздничная программа, посвященная юбилею исторического перелета Валерия Чкалова эстафетой, продолжилась в Челпинском городском парке. Здесь тоже состоялся праздничный концерт. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц. И в каждом пробеле дышит спокойствие наших границ. Мы продолжаем наши праздничные мероприятия. Нам очень приятно, что жители города Щелково, района, гости присоединились к этому знаменательному событию. Военные летчики, летчики-испытатели, космонавты, герои Советского Союза и России приняли участие в торжествах в Щелкове. Может, не столь масштабных, как в микрорайоне Чкаловский, но жители, пришедшие в парк, тоже почувствовали причастность к празднику и гордость за свой город и район. Вы все должны гордиться. Этот экипаж стартовал с вашей земли. Ваша земля – это земля летчиков-испытателей, это земля летчиков-космонавтов, это земля ветеранов Военно-воздушной академии имени Гагарина. Эта земля дала много героев, она еще даст достаточно много героев. Все они работали здесь, все они летали в этом небе. Само событие, конечно, потрясающее, потому что оно, особенно сейчас, когда много проблем в стране, в государстве, это очень поддерживает. Сегодня бумажные самолетики, а завтра кто знает. Может быть, эти малыши сядут за штурвалы крылатых машин и продолжат дело Валерия Чкалова. Сегодня они узнали, что был такой героический летчик. А их родители, что свой перелет, экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова, совершил из нашего города, с Чкаловского аэродрома, который тогда, в 30-е годы, назывался Щелковским. И теперь, возможно, захотят узнать об этом подробнее, посмотреть фильмы, поискать в интернете. Информации много, как и песен о доблестных авиаторах, которые в этот вечер дарили щелковцам местные артисты и гости из других городов и районов Подмосковья. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом. Качну серебряным тебе крылом. Гвоздем вечерней концертной программы в парке стало выступление столичных гостей – вокально-инструментального ансамбля «Алые маки», который подарил зрителям бессмертные советские хиты. Салют, одновременно прогремевший в Щелковском парке и микрорайоне Чкаловский, красиво завершил праздник, посвященный 80-летию беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова из Щелково через Северный полюс в Америку. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».